Очень многие думают, что уничтожители лакокрасочных покрытий не работают. В режиме реального времени мы сейчас с вами попробуем вот на вот этом металлическом изделии убрать лакокрасочное покрытие старое. У нас представлены два вида уничтожителя лакокраски. То есть это у нас вот такая вот смывка. Наносим хорошенечко. Так, и второй у нас будет вот такой вот гель. B52. Мы накроем все это пакетиком. Так, через 30 минут мы снимаем пакетик и шпателечком пытаемся снять старое покрытие. Если покрытие чересчур старое, то можно процедуру повторить. И после всего этого смываем органическим растворителем 646. И вот второй мы сейчас. И второй тоже, пленочкой прям. Подводим итоги. Смывка старых лакокрасочных покрытий работает как на гелевой основе, так и на основе парафина.